Жители Химок и всей области озабочены высоким спросом на товары первой необходимости. В интернете с регулярностью появляются фото и видео с пустующими полками. Многие опасаются, что в связи с карантином продукты исчезнут с прилавков совсем. Заместитель главы администрации Химок Игорь Панчук посетил один из магазинов, чтобы лично проверить наличие продуктов питания. Чиновник осмотрел выкладку товаров и склад. Выяснил, запасы есть. Но из-за ажиотажа сотрудники магазинов просто не успевают их выкладывать. С руководством магазина проведена соответствующая работа для того, чтобы они своевременно выкладывали бакалейную группу, в первую очередь, крупы, тушенку, рыбные консервы на полке, в случае, если их уже разобрали. Хочу также обратиться к жителям городского округа Химки и сказать, что тот ажиотаж, который вызван, он искусственен, и каких-либо проблем с поставками продуктов питания в городской округ Химки не намечается, и этого не будет. Сейчас за состоянием рынка пристально следит правительство региона. Собственников магазинов призвали увеличить товарные запасы по востребованным группам товаров. А чтобы уберечь сотрудников и посетителей от вирусной инфекции, витрины и ленты дезинфицируют специальным средством, а у входа разместили диспенсер с мылом.